Всем привет, всем доброе утро. Всем привет. Мы идем на остановку и едем за... Зачем? За великом. За великом. Короче, решили купить велик. Так что едет автобус, сейчас будем сядь на автобус. На улице прям тепло-тепло, хорошо. Ну как? Не разгоняйся. А, ну притормози. Ну подъезжай сюда. Все, этот берем. Так, испытание второго велосипеда. Этот стоит на 1000 дешевле. А, там медленная, да, стоит? Тём, тут скоростя тебе сейчас переключат, потому что стоит не такая, как надо. Сейчас на другой скорости лучше. Тём, ну какой велосипед лучше или без разницы? Значит, берем тот первый, да? Мне тут некогда, нахрен, ты меня тут отвлекаешь. Нет, Тёмкин байк настраивает. А, да. Распечатал папа велосипед. Теперь сейчас все подтянет. И Тёмочка с ним помогает, да, Тём? Да. Сейчас все подкрутят, педали прикрутят. Так, купили мы к велосипеду еще вот такие крылья, потому что велосипед продается без крыльев. Всем привет! Также взяли насос. Крылья стоят 300 рублей. Подставка 200 рублей для воды. И насос... По-моему, 250 рублей. Стоит вот такой насос. Тоже, вот, кстати, крепится на велосипед. Вот он, комплект. Там еще Тёма увидел зеркала, звонок, потом стопори назад и впереди. Там всякие безделушки. Ну, пока говорю попозже. Не спеши. И еще сейчас покажу. Купили Артемчику шапку. А, весенняя шапка, потому что в зимней уже очень жарко. Вот такая вот шапка стоит 500 рублей. Такая вот мягенькая, тоненькая, ну, хорошая. Как раз сейчас носить. Сейчас соберет папа велосипед, сделает. Сейчас даю. Пойдем кататься. Примерка велосипеда. Папа собрал все. Да, Витя, на улице попробует уже. Ты уже говорил, Илюш. Всем привет. Что ты мне свет потушил, да? Я покажу. Вот такие вот крылья. Здесь и там. И Мия проверяет. Вот уже подцепили подставку под бутылку. И насос. Осталось купить бутылку. Еще. Ну, еще сюда и звонок Тёма там смотрел хочет, и зеркала хочет, и стопарь. Много чего Тёма еще хочет, но это постепенно будет покупаться, да? Самое главное купили. Велосипед. Довольный? Нравится? Вот такая вот красота. Ну, сейчас доделаешь уроки, покушаешь и пойдем на улицу кататься. Понял? И ты пойдешь. Так, ну вышли мы на улицу испытывать велосипед. А ну давай, поехали. Мы уже погуляли, нагулялись, идем домой. О, как гацает парень.
Поехал. Тепленько на улице, хорошо. Езжай сюда. Куртка мешает, длинная куртка. Бутылку надо купить для велосипеда. У нас есть вон красная, но она сильно большая. Надо поменьше. Ну как? Да. Классно? Да. Все, домой, да? Уже нагулялись. Угу. Да, Илюнь? Угу. Всем привет. Так, всем привет. Всем привет. Сегодня у нас какое число? Угу. Сейчас загляну. 27 марта, ребята. Снег. Вчера было только 10-15 градусов, сегодня уже 0,3. Надо снять градусник, помыть с той стороны. 3 градуса тепла и вот такой вот на улице снег. Вчера гуляли, катались на велосипеде, да, Тём? А сегодня ветер, ужас. Сильный ветер и снег с крупой, как вот с крупинкой идет. Вот почему снег такой сильный. Ужас, да? Да. Когда же эта зима уйдет? Наверное, надо точно... Так и не сняли еще наши вот эти вот снежинки. Надо поснимать снежинки, и тогда, наверное, снег уйдет. Вот начали снимать. Вот тут уже снег уже. Мам, надо снимать это все. Тут немного отклеилось. Да. Рисунки Илюшины. Да? Не знаю, какой это дом. Привет, соседа. Привет. А, привет, соседа, дом, да. Так что зима продолжается. На дом мы глядит вот так. Так, ну что, снег мгновенно прошел и растаял. На небе уже солнышко. Тучки, конечно, еще есть. Но снега уже нет. О, как бывает. Только грязюку наделал. Всем привет. Всем привет. Тёма у нас на велосипеде. И у нас сегодня первый день по музыке. Идем на музыку. После длительного перерыва началась дистанционка в школе. Музыка. Ух, ветер. Музыка дистанционка не бывает, поэтому мы идем заниматься так. Вчера у нас целый день то снег, то солнце, снег сразу растает. Вчера холодно было, 3 градуса тепла всего, сегодня тоже так же. Ну, оделись мы, как обычно, уже по-весеннему. Погода вот такая, вон кое-где снег еще лежит, мы утром встали, вообще вся земля белая была. Сейчас вот потеплело, вот возле дерева еще снежок немножко не растаял. Возле дома у нас еще снег не растаял, потому что там теневая сторона. Где теневая, там снег еще лежит. Тёмочка на своем новом велосипеде. Потихоньку идем на музыку. Включаемся в наши дела, которые у нас есть, в наши занятия. Утром проснулся, сделал уроки, уже задали дистанционно. Там остался, наверное, 1 или 2 урока. Еще приедем. Ну, придем домой, доделаем. А сейчас потихоньку идем на музыку. Хотела с Илюшей выйти на улицу погулять, но, наверное, будем дома, так как ветер еще прохладный. А у нас Илюша очень чувствительный к такому. Он сразу начинает болеть. Так что такие дела. Раз и два, и раз.
Так, ну что, мы прошли уже с музыки. Тёмочка у нас уроки там доделывает. Я вчера связала Майнкрафт. Ну, конечно, получилось не очень, то что схема была непонятная, как для меня, не очень понятная. И буду искать другую схему. Но это такой вот пробный Стив Майнкрафт. Ну, детям нравится. Ручки вот крутятся. Они такие вот прошивные. Вот такой вот Майнкрафт. Сейчас Тёмочка доделает уроки. Мы сядем с Илюшей, сделаем уроки. У них сегодня день гаджетов. Время уже 3 часа. Они в гаджеты еще не сели, так как заняты. Делаем уроки. Занимаемся. А гаджеты уже ближе к вечеру будут играть. Да, Тём? Тёмочка пишет по поводу велосипеда. Купили велосипед. Хотели, конечно, купить чуть позже. Там надо было доложить, потому что велосипед подорожал и очень сильно подорожал. Сначала он, изначально, как только мы смотрели, он был 13 тысяч, потом 15. И вот, когда мы поехали брать, 18, ну, 19 до 20. 19 500, вот мы взяли велосипед. 19 500 плюс крылья, плюс подставка, плюс насос. Ну, в итоге 20 нам обошлось. Ну, там плюс сделали нам скидочку. Ну, в 20 тысяч нам это все обошлось. Ребенок доволен, потому что собирал на велосипед. Они вдвоем с Илюшей собирали деньги на велосипед 2 года. Потому что сначала одну сумму собрали, потом мама с папой там нырнули к ним, заняли денежку. Потом мама с папой положили, тут велосипед подорожал. Ну, короче, вот так вот. Ну, взяли, слава богу. Теперь дети будут собирать на колонку Алису. Тоже я смотрела на Валберис, но до всего еще этого подорожания она стоила 4000. Сейчас я даже не смотрела, сколько она стоит. Пока смотреть не буду. У них денег еще нет. Я показывала уже. Денег еще нет. Как насобирают денег, тогда будем смотреть, сколько она стоит. Конечно, очень хотят они. Поздоровайся. Всем привет. Так что вот такие дела. На музыку сходили первый день. Он играется, Илюша Майнкрафт. Тебе нравится такой? Да. Ну, нравится и хорошо. Так, на улице у нас погода не очень. Вчера у нас то снег, то солнце. Снег немножко выпадет, потом солнце растает, выйдет, растопит. Сегодня утром проснулись, вообще вся земля усеяна была снегом. Но сейчас уже немножко подтаяло. Там в начале видео вы видели. И вчерашнее видео я вставила. Немножко сняла, как у нас снег и шел, потом перестал. Ну, погода такая. Ну, ветер холодный. Вот сегодня мы пока дошли до музыки, у меня руки замерзли. И Тёмочка был в перчатках. Потому что холодно, ветер холодный. Так что, а так никуда мы не пропадаем, занимаемся своими делами. Каждый день у нас вечером стрим. Кто желает, заходите. Может, есть какие-то вопросы, задавайте в стриме, в прямом эфире. Будем общаться, будем отвечать. Ну и всем пока. До новых встреч.